Wake up, с вами Вова Кэс. Саша Шапик назвал Катю и Ваню показушниками. Все должно быть правильно, показушно. Вот это канал показушников. А также высказался про своих подписчиков. Мои подписчики конченые. Я хочу, чтобы вы отписались от меня. Старое видео Ивангая попало в тренды Ютуба. Группа Нервы рассказала про ужасное сотрудничество с Машей Вэй. Она типа вообще слилась, потерялась. Ну, сотрудничество неприятным оказалось. Обязательно ставь лайк, если хочешь, чтобы новости выходили как можно чаще. Подписывайся и жми колокольчик, чтобы смотреть крутые видео про блогеров самым первым. Итак, я уже рассказывал о том, что Саша Шапик решил заменить Катю и Ваню. Теперь мы вместо Кати и Вани. Они не выпускают влоги теперь каждый день. Так теперь я вместо них теперь. Нету больше Кати, Вани. Есть Шапик и Танечка. Это было в период, когда на канале Кэти Лайф Влог из-за сложившейся тяжелой ситуации временно не выходили влоги. Тогда ролик Шапика получил море дизлайков и негативных комментариев. Вчера он снял еще одно видео, где назвал Катю и Ваню показушниками. Все должно быть правильно, как по нас картинке. Пожениться, свадьба, ребеночек, потом должен там, я не знаю, купить квартиру. Вот, все должно быть правильно, показушно. Вот это канал показушников. Их видео маразм, который невозможно смотреть, потому что они просто жрут. Ваня ходит за хлебушком. И все. По его словам, ребята матерятся и ругаются, как и все, и только на камеру они строят из себя идеальных. Также он абсолютно уверен, что ролик «Ее с нами больше нет» был сделан ради хайпа. Если у тебя случилось такое горе, нахрена снимать оправдание на YouTube? У тебя горе случилось? Или ты хочешь привлечь внимание этой темой? Это горе, да. Но не нужно было с этого делать шоу и показуху. Блогер попросил отписаться всех инакомыслящих от его канала. Вот нахуй ты вступаешь в клуб, если ты не поддерживаешь то, как я думаю, то, как я рассуждаю. Я хочу, чтобы вы отписались от меня. Здесь, пожалуйста, вот просто идите. Также он заявил о желании удалить свой канал. Что скажешь, поддерживаешь Шапика или ты на стороне Кати и Вани? Сегодня в тренды попал старый ролик Ивангая. Вчера он был перезалит на фейковый канал. Название «Я вернулся» спровоцировало большую активность и помогло видео попасть в топы русскоязычного Ютуба. Некоторые поклонники так ждут возвращения Вани, что даже не поняли, что все это обман. Видео даже получило более 4000 лайков. Есть и те, кто уже перестал ждать новых роликов. Интересно узнать мнение моих подписчиков. Напиши от 0 до 10, как сильно ты ждешь возвращения Ивангая. Также в пабликах и на Ютубе активно обсуждают вероятность удаления канала Ивангая. По правилам, за бездействие аккаунта сайт может заблокировать любого ютубера. Но в истории видеохостинга еще ни один канал популярного блогера не был удален по этим правилам. Так что Ивангаю, скорее всего, ничего не угрожает, и фанаты могут спать спокойно. 2 года назад Маша Вэй снялась в клипе популярной рок-группы «Нервы». По сюжету она была девушкой-солиста, так что съемки предполагали много близких сцен. По словам участников группы, с Машей было очень трудно работать, и со своей стороны она никак не продвигала клип. Клип «Счастье» — это там, где, по-моему, Мария Вэй. Да. Это было первое мое, короче, ошибочное сотрудничество. Было некомфортно вместе. А во-вторых, ну, она этот клип себе нигде не выложила. Но после того, как клип вышел, я считаю, что не круто. Она, типа, вообще слилась, потерялась, типа, нигде ничего. Это самое, какие-то комментарии, типа, и она такая: «Ой, я ничего не знаю», короче. Ну, сотрудничество неприятным оказалось. Также, судя по всему, парень блогерши был недоволен романтикой, которая происходила на площадке. Вся съемка клипа присутствовал ее парень, говорил: «Это моя девушка, это моя девушка». Что скажешь? Стоит ли сниматься в таких клипах, если находишься в отношениях? Спасибо за лайки. Обязательно подписывайся и жми колокольчик, чтобы смотреть крутые видео про блогеров самым первым. Всем пока. Ах да, и подписывайся на мой инстаграм. Ссылка в описании.